Здравствуйте, друзья! Мы со Светланой пошли перекусить в японский такой буфет. И он как бы чисто внешне обычный такой ресторанчик, но здесь есть такой режим, называется All You Can Eat. Вот. И мы, соответственно, решили попробовать, как это выглядит. И нам дали меню, тут картинки всякие. Ой, я вам покажу. Много картинок, там выбираешь. Но есть интересная фишечка. Есть интересная фишечка, состоящая в том, что если ты чего-то взял и не доел, то тогда ты платишь вот ту цену, которая стоит в меню за то, что ты не доел. Вот, чтобы не безобразить. Не жадничали. Вот. Так что давайте я покажу, может быть, общую панораму. Пока что нам дали супчик. Вот это называется мисо-суп. Вот вы видите у меня. Ну, пивка это я так отдельно, просто для настроения. Вот. А вот так выглядит само это заведение. То есть тут бар, тут можно сидеть возле бара. Можно вот так, как мы тут в такой кают-компании. Как, Свет, супчик, давай попробуй. Так выглядит жарковато. Ну, так все-таки так и должно быть, наверное, нет? Ну, так вот нормально. Ну что, друзья, вот такие поступают нам на стол яства. Красиво. Да. Очень миленько. Но ты знаешь, это такое количество, что я начинаю сомневаться, как бы мы не оставили чего тут. Но это у нас только первый заказ. Это для разминки только, да. Это для разминки. Я даже не знаю, Света, как-то, да. Чувствуешь, что они нас подставили, хотят, чтобы мы оставили что-то. Ладно, приступаем, помолясь. Самурайская хитрость, друзья, состоит в том, чтобы лишнего не взять. Они нас хотели перехитрить. Сделал вот такие эти самые суши, знаете, чтобы уже точно ты лишнего взял и не справился. Вот, но мы начали скромно, ну, увидели. Вот, мы начали скромно и не переборщили. Мы сейчас не закончили. Сейчас мы слегка усугубим, но не только пивком, да, чуть-чуть. Что интересно, у них стаканчики для пива они охлажденные подают, это очень приятно. Усугубим и домой пойдем. Да, Свет? Угу. Хорошо. Это вот блюдо, которым мы усугубим, называется caterpillar, то есть гусеница по-простому. И в нем есть авокадо, в нем есть угорь, рыбка. И что-то еще там есть? Света? Краб. И авокадо. Ну, в общем, вот сейчас добавим и будет в самый раз. Очка, ну скажи, как впечатление? Ну ничего, довольно-таки много еды. Еды много, но мы не сломались, Света. Мы не сломались, мы справились, друзья, и вам тоже желаем. Вот ты покажи лучше машину, если увидеть нас тут. Тут через какую-то парковку мы идем. Какую машину показать, Света? Я не знаю, мне кажется, что все какое-то дорогое здесь. На этой парковке. Никакого отношения к нашим сушам не имеет. Кроме того, что мы здесь машину оставили рядом. Ну да. Там проходит. Было хорошо. Очень свежие суши. Здоровенного размера. Хотя, в принципе, вот эта вот all you can eatность не дала никакой экономии. То есть мы примерно за те же деньги могли бы это же самое съесть, если бы платили отдельно посушно. Порционно может платили. Может быть, это порционно у них было бы не 8 суши, но порцию меньше. Ну, это я не знаю. Во всяком случае, мы в следующий раз можем сытно, друзья. Порционно. Но, во всяком случае, мы тут первый раз, и я думаю, что заход был удачным. Да? Ну, да, по интернету исключительно.